Конечно, были рады увидеть Уилла перед матчем, поболтали немножко перед разминкой. И когда ты столько лет играешь с человеком в одной команде, то, конечно, ты всегда с приятными воспоминаниями и общаешься с людьми. Пожелали ему удачи в сезоне, чтобы не было травм. Передавал привет всем болельщикам. Я думаю, не только для меня, а для всей команды было важно проверить свои силы, проверить то, что мы нарабатывали последние тренировки. Это наш третий контрольный матч. Наверное, первый матч с очень серьезным соперником, да, с действующим чемпионом Евролиги. И самое важное было попробовать, отыграть, почувствовать друг друга в игре. Тем более сейчас Даллас приехал, провел всего несколько тренировок и тоже через игру пытается понять нашу философию. I think being left-handed is different, you know. I think a lot of people are right-handed, so to guard a left-hand guy is pretty different. So I kind of try to use it to my advantage. It was just trying to get to learn everybody, get to learn everybody's spots, you know. I tried to pick up on some stuff, you know. I'm trying to learn the plays very quick. I thought I did a decent job. I forgot a little bit, but the guys have been great. The coaches have been great. I couldn't ask for nothing better. From the last preseason game we watched film on, I think we grew up a little bit as a team, you know. Today I thought we battled pretty well. Obviously at the end it is, you know, we can work on that. It's preseason, we'll get better, but I think we fought pretty hard. We got to maybe fix some stuff defensively, but, you know, it's preseason, we'll figure it out. Нам нужно еще время, чтобы понять друг друга, прочувствовать друг друга. И для этого мы приехали сюда на этот турнир, в первую очередь хорошо потренироваться и проверить свои силы с хорошими соперниками европейского уровня. Я думаю, ни одна из команд не любит проигрывать, и все, конечно, упирались. Понятно, и ФЕЦ тоже преследует, наверное, какие-то цели сейчас в отсутствии игроков, которые заняты на Евробаскете. У нас тоже не полный ростер. Мы ждем Лешу, ждем Дэна, Николу после Евробаскета, и поэтому нарабатываем какие-то схемы. И, конечно, хотелось победить, но, к сожалению, упустили победу на последних секундах. Но считаю, что провели хороший матч, и растем как команда, растем как коллектив, и я думаю, что у нас все впереди.